по поводу убыли населения. Во-первых, первое, медицина. Медицина на уровне Африки. Просто вот был случай, вот буквально, вызывали скорую. Да-да-да, ну, маразм. Санитар вышел и аж... Ну, я не знаю, говорит, как работать на 12 тысяч на ставку, вот это вот по медицине касаемо. Сам лично ходил буквально в поликлинику, в первую, на тракторном заводе. Сталинград у нас до сих пор, вот честно, такое чувство, что вот прям ночью долбит прям снаряды. Поликлиника вот вся, вот знаете, смотрите на нее, она разваливается. Пришел туда, мне сказали, я умер. Ну, вот как-то ругаться не стал, развернулся, ушел. Это первая главная причина, что с медициной, ну, вообще, хуже Африки. По всему вот так вот, куда ни глянь, и вот знаете, вот это 75-летие вот великой нашей победы, вот наши деды, вот у меня два деда героя, за что воевали, не пойму. Вот вообще ни за что не понимаю. Ради бросьте, чего, Валик. Вот так вот все, тракторный завод немцы не разбили. А вот эта власть, ну, я не знаю. А что у вас конкретно с работой? Какая работа в общих чертах? Какая да беда, зарплата? Да беда с работой. Заработки непостоянные. Так. Да. Ну, в каком размере? Сфере, да, на данный момент сижу дома, на пенсию жены, потому что зарабатываю ремонтами. Сейчас вообще все стоит. Да, спасибо, Олег. Давайте сразу Светлану из Астрахани, может, у Светланы как-то по-другому, другая картина региональной жизни. Светлана, здравствуйте, да. Здравствуйте. Да, у нас в Астрахани тоже ситуация неважная. У нас здесь вообще люди уезжают, семьи распадаются, мужья, сыновья, дочери, все уезжают. Вот в данный момент у меня брат без работы, сноха без работы, я без работы осталась. Квартплаты мы платим. У нас вообще по 8 тысяч за трехкомнатную квартиру выходит. Угу. Мы в долгах здесь живем. Светлана, вы по своей специализации кто? Кем вы работаете вообще? Я вообще медработник. Я работала медработником, когда закончила техникум, я работала. Потом ушла в декрет, и мы открыли бизнес. Бизнес весь развалился. В том году я закрыла бизнес. Брат тоже закрыл. У нас здесь вообще ни продуктов нет, ни зарплаты очень мало.